Добрый день, дорогие подписчики! И сегодня мы будем готовить куриные крылышки под соусом терияки. Для этого нам понадобится имбирь молотый, куриные крылышки остросладкие, приправа, сухой чеснок, соевый соус, ну и, собственно, сам соус терияки. Вот. Ну, крылья, естественно. Вот, сегодня будет это делать моя жена, все, я буду просто комментировать и снимать. Так что приступаем. Итак, начинаем наш процесс готовки. Засыпаем нашу приправу. Ну все, ребята, собственно, первый этап у нас завершен. Сейчас все это добро промаринуется в соевом соусе, потом его сольем и будем уже смазывать крылья непосредственно самим соусом терияки. Используем фирму Heinz, не является рекламой, просто он охуенный на вкус, вот и все. Ладно, ребята, ждите, что там дальше будет. Итак, ребята, начинаем выкладывать наши крылышки, хорошо смазываем наш противень. И крылья у нас мариновались, наверное, часа 3. Примерно такое время нужно, чтобы они хорошенечко так просолились, там проперчились. Короче, вся хуйня. Все, сейчас будем выкладывать. Все, выкладываем. Все, сейчас смазываем соусом терияки. Аккуратненько все это там делаем. Потом сверху посыпем обжаренным кунжутом. Так, тщательно все это размазываем. Итак, ребята, сейчас будет у нас процесс переворачивания крыльев. Вот они с одной стороны запеклись. Ну и все, сейчас мы их перевернем, опять смажем и обратно в топку закинем. Так, ребята, достаем наши крылышки, уже подтомились с двух сторон. И сейчас будем промазывать их соусом терияки. Так, все, ребята, достаем. О! Уже как подрумянились-то наши крылышки. Так, сейчас мы их переворачиваем. Так, теперь, ребята, смазываем. Опять тем же самым соусом терияки. Вот. И потом, когда мы смажем, посыпем обжаренным кунжутом и обратно в духовочку до полной готовности. И такой у нас практически завершающий этап — это посыпаем кунжутиком обжаренным, только сырым не ебаните, блять, а то будет невкусно. Но
сейчас еще немножко подтомиться в духовке, вообще будет супер. И в принципе наши супер крылья практически готовы. Всем рекомендую, очень вкусная тема. Прям такая, заебись, короче. Вот и все. И теперь посылаем это все дело в духовочку, а не нахуй, как вы подумали, блядь. Ну все, ребята, наши крылышки готовы. Такие румяные, золотистые. Короче, будем сейчас пробовать. Я думаю, что все будет заебись.